С вами новый выпуск программы «Семейная гостиная». Здесь мы обращаем внимание на семейные ценности, секреты счастья и взаимопонимание. Как известно, семья – это самое главное, что есть в жизни любого человека. Но бывает и такое, что ребенок растет без родителей. Движению наставничества в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, уже третий год. Здесь почти у каждого воспитанника есть наставник. Это не просто человек, это друг, защитник, собеседник и просто тот, кто всегда поймет и выслушает, кто не станет обвинять и запрещать, а попробует воспитать в ребенке все то, что необходимо для дальнейшей жизни. Для детей и их наставников в Центре помощи детям часто организуются встречи, мастер-классы. В этот раз занятие под названием «Интерьерная картина» провела Татьяна Малышева. Абсолютно разными могут быть направления. Флористика, просто минимализм, животные. И сегодня мы исполним открытку. У нас будет открытка на холсте с фаталью в исполнении каждого из вас. Единственный момент, мы можем выбрать, я думаю, что те, кто чуть повзрослее, будут исполнять в темных оттенках. Те, кто чуть-чуть юны совсем, я бы даже так сказала, будет что-то более яркое. Ребятам и их наставникам был предложен образец, а также маленькие холсты, краски и вишенка на торте «Паталь». Участникам мастер-класса предстояло создать свою картину, и, как сказала Татьяна Малышева, без шедевра не ушел никто. Несмотря на то, что возраст у детей был абсолютно разный, от 6 до 18 лет, все справились с предложенной работой, а кто-то даже хотел продолжить проявлять творчество. Мы проводим такие мастер-классы для сближения, для того, чтобы был коллектив, сплоченность. Очень интересно, дети проявляют себя. У каждого получается свой шедевр, раскрываются по-разному. Кто-то дальше хочет идти, заниматься творчеством, кто-то на этом останавливается, да, кто-то развивается немножко в другом направлении, кто-то начинает лепить из глины. В общем, в любом случае это очень полезно для моторики рук, если это говорить о маленьких детях. Для взрослых это просто релакс. Это отдых. Действительно, такие мероприятия сближают наставника и подопечного, стирают преграду, которая иногда возникает между людьми. Дети начинают больше доверять взрослым и чаще обращаться за помощью, а не копить все в себе. Ребята, оставшиеся без родителей, нуждаются в большем внимании. Часто они не доверяют никому, пытаясь все скрыть замолчанием или улыбкой. А наставник – это как раз спасение для нуждающейся души. Мастер-класс для всех участников прошел на одном дыхании. Ольга Арзубова с Полиной Усовой с легкостью справились с предложенной работой. Я первый раз это вижу и вообще даже не знала, что такая есть техника. Детям очень интересно потом узнать. Вот девчонкам тоже. Полина, тебе понравилось? Да. Но лучше, когда, наверное, вместе, одной-то, наверное, не очень интересно, а тут под чутким руководством это самое получается, что-то подскажут, что-то, как лучше сделать это. Полина Усова выпустилась из детского дома, но все равно приходит сюда, ведь здесь ее дом, воспитатели и люди, которым можно довериться и рассказать обо всем на свете. Наставник, по словам девушки, играет в ее жизни огромную роль. Полине важно, чтобы у нее был человек, который выслушает в любое время дня и ночи, найдет нужные слова и даст грамотный совет. Как только мы познакомились, мы сразу обменялись телефонами ВКонтакте, в соцсетях. Мы с ней общаемся, переписываемся. Я могу у нее попросить какого-то совета, так как она старше меня. Она меня поддерживает, когда у меня какая-то сложная ситуация есть. Мы с ней ходим на мероприятия какие-то, которые в детском доме есть. Проводят там, например, мастер-классы. На каток тоже ходили с ней. Нужна поддержка человеку, вот, когда есть кто-то старше и может дать совет. Там что-то посоветовать, как лучше сделать, чтобы дальше не совершить каких-то ошибок. Ольга Арзубова – наставник у девушки Полины уже около года.
Они всегда с радостью проводят друг с другом время, встречаются на катке, на прогулках или просто общаются онлайн. И одного дня не обходится без простого: как дела, как на учебе, что нового. Роль каждого наставника заключается в том, чтобы дать понять ребенку, что он ни в коем случае не один, что у него есть за спиной тот, кто всегда рядом. Стараемся помочь детям, у которых нет родителей, может, дать свой какой-то жизненный опыт, чтобы они выросли, и, может, наши беседы, встречи помогли им в будущем быть порядочными людьми. Я считаю, что наставник не должен, как своему подопечному, что-то запрещать, говорить нельзя, просто разговаривать, может рассказывать какие-то свои личные примеры своих знакомых, чтобы он понял, что что-то можно делать, что-то нельзя. Наставничество – определенно важная миссия. Несмотря на то, что дети продолжают жить в центре помощи, в их сердце воцаряется спокойствие за свою жизнь. Теперь им есть кому позвонить, с кем поделиться или просто поболтать. К нам приходят новые люди. К нам приходят люди, которые хотят стать помощниками детям, хотят стать близкими друзьями детям нашим. И приходят и становятся нам помощниками и детям помощниками. Мы видим, что это движение, эта работа очень важна. Мы понимаем, что форма данной работы тоже дает свои результаты. И у нас уже очень много появилось наставников у наших детей. И мы продвигаем это движение. Наставником может стать любой человек, простой житель нашего города и района. Тот, кто хочет помочь детям, оставшимся без родителей. Для этого не нужно тратить огромное количество денег, жертвовать своим временем и силами. Просто, если у вас есть свободная минутка, позвонить ребенку и узнать, все ли у него хорошо. От этого в нашем городе станет чуточку теплее. Это была программа «Семейная гостиная». До встречи в новых выпусках. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области.